Приветствую вас. На самом деле вы здесь попадаете, на мой взгляд, в такую смысловую петлю, как мне кажется. Говоря про негатив и душу. Вот. А почему я так считаю? Потому что, с одной стороны, что есть душа, да, то есть вот понятие души — это такое очень расплывчатое достаточно история, понятие души, с одной стороны. С другой стороны, негатив сам по себе — это тоже такая, ну, крайне-крайне неоднозначная история, на самом деле. Крайне неоднозначная история. Почему? Да. Крайне неоднозначная история, потому что негатив является энергией, является зарядом, является какой-то, можно сказать, поступающей информацией, ну, извне, да? Вот. И от того, как вы ее воспринимаете, эту самую информацию, ну, отчасти зависит, собственно говоря, вот как вы будете, там, к примеру, себя чувствовать, да? Вот. Но для этого нужны критерии. Для этого нужны критерии. Критерии позитива, критерии негатива, да. То есть это вот такая история, которую, ну, нужно корректировать, да. А дальше идем. А следующий момент. Значит, чтобы убрать негатив с души, ну, нужно, соответственно, раскрыть. Необходимо раскрыть вот этот заряд. Вот. Необходимо его раскрыть, необходимо раскрыть этот заряд, который имеет место быть. Вот. И понять, почему это для вас, условно говоря, вот так негативно, к примеру. Ну и, конечно, душа, это, в общем-то, растяжимое понятие, да, что душа здесь вот, ну, воспринимается как что-то, вот, знаете, такое отдельное, но на самом деле это не что-то отдельное, да. Вот, на самом деле это то, что является, то, что олицетворяет собой вас. Вот. И, на мой взгляд,
как бы отделять душу от всего остального, да, ну, не стоит, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, не стоит это делать. Вот, в принципе, так, я полагаю, можно ответить на ваш вопрос. А, кроме того, негатив, он ведь откуда-то пришел. Знаете, какая штука. И, в общем-то, надо бы понять, откуда он пришел. Это негатив. Какие выводы вы делаете из него, из, ну вот из того, что он негатив пришел? Делаете ли вы вообще какие-то выводы? Вот, на мой взгляд, история здесь, она вот такая, так вот нужно действовать. Вот, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.